Пожароопасный период в Балаковском районе выдался очень жарким. Пожарные расчеты ежедневно выезжают на десятки вызовов. Так, сегодня на планерке в отчете прозвучало, что за минувшую неделю случилось более 60 пожаров. И как подтверждение опасности ситуации – возгорание на улице Дорожной в дачном массиве, неподалеку от газовой заправки Жукова. Горели сухая трава, лесопосадки и бытовой мусор, который нерадивые дачники скинули в заросли. Когда мы прибыли на место, расчет пожарной части номер 21 уже закончил заливать огонь водой. Огнеборцы рассказали, что это их второй визит за сегодня на данное возгорание, потому что в первый раз не хватило воды залить всю площадь пожара. Неподалеку от этого места, на территории бывшего кирпичного завода, виднеется еще один пожар. Черный дым поднимается столбом. «Сейчас здесь затушим и помчимся на завод», — говорят пожарные, скручивая рукава. На бывшем кирпичном, по предварительным данным, горит пенопласт, смешанный с гудроном. Именно такое покрытие было здесь на крыше завода. Теперь массы пенопласта валяются на земле и периодически горят. Но если в дачном массиве возгорание произошло по неосторожности, к примеру, могла самовозгореться сухая трава или же кто-то, проходящий мимо, бросил окурок, то на заводе налицо умышленный поджог. После того, как огнеборцы справились с возгоранием, в соседнем боксе показались подростки. Они явно не боялись огня и тихонько наблюдали за работой пожарных. Возможно, эти ребята причастны к возгоранию, но это будет выяснять пожарная инспекция. После ликвидации огня пожарные снова скрутили рукава и отправились на следующий вызов. Опять загорелись дачи «Химик-1». Сегодня здесь уже огонь бушевал на площади 3 гектара. Сгорели 28 домиков. На месте работали 4 единицы техники и 15 человек личного состава из пожарных частей номер 21, 22, а также первого отряда ФПС. Кроме этого, на помощь пришли сотрудники и техника водоканала, управления по делам ГОИЧС, а также «Балавтодора». Вот такая горячая пора сейчас у пожарных, и они призывают граждан быть более внимательными и аккуратными, тогда и возгораний будет меньше.